В Уральске прошел третий сезон фестиваля моды «Акжайк Фэйшн Фестиваль», где свои коллекции представили казахстанские и зарубежные дизайнеры. Образы мероприятия были нацелены на национальный стиль. Организаторами выступила Ассоциация дизайнеров Западно-Казахстанской области при поддержке Акимата и Управления культуры региона. Насколько развит национальный стиль в обществе, узнавал наш корреспондент. В Западно-Казахстанской области «Акжайк Фэшн Фестиваль» проводится уже третий год. В этом году свои коллекции представили 20 дизайнеров из Казахстана, Кыргызстана, России, Татарстана и Турции. Особенностью мероприятия является то, что каждый год посвящен определенному стилю. Первый год у нас был Кызжибек на образ. Кызжибек мы проводили конкурс республиканский при фестивале, конечно. Второй год у нас Тақсай Ханшайымы. А третий год у нас Жангархан и Фатима. У нас 5-6 будет экскурсия именно вот по музеям, ознакомление нашего истории региона, конечно. Раньше, если национальная одежда носилась на знаменательных праздниках и торжествах, сейчас среди молодого поколения есть спрос на модели одежды в сочетании с современным стилем. Об этом высказываются гости мероприятия. Сейчас казахский национальный стиль очень востребован среди молодежи в стране и во всем мире, отмечают дизайнеры. Время свою коррективу внесло, и вот в этом году мы это видели свидетелями, являлись, что вот даже в украшениях, то есть то, что наши бабушки носили как шашбау, девочки сейчас носят на голове, это очень востребовано. Обязательно какой-то колорит, обязательно какой-то стильный узор. И молодежь все это обыгрывает по-новому. Мы вообще вдохновляемся молодежью. На мероприятии также была организована небольшая ярмарка, где предприниматели представили свои украшения и подделки. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагаппар, телеканал ТДК-42.